Сегодня в городе Ош проходит информационный семинар по системе РЭКС для представителей институтов поддержки торговли, а также экспортеров Ошской, Джалабадской и Баткенской областей. Система РЭКС – это система самостоятельной сертификации происхождения товара, что подразумевает под собой самостоятельное оформление зарегистрированных экспортеров декларации о происхождении товара. Ранее экспортеры обращались за сертификатом о происхождении товара в торгово-промышленную палату. Теперь им необходимо зарегистрироваться в этой системе и самостоятельно оформлять декларацию о происхождении товара. Данный семинар является продолжением цикла семинаров. 16-18 сентября были проведены семинары более детальные для институтов поддержки торговли, таких как Торгово-промышленная палата, Ассоциация GIE, Легпром, а также других представителей бизнес-ассоциаций. 18 сентября мы провели в городе Бишкек для экспортеров тренинг. Эти тренинги, надеемся, что помогут нашим экспортерам быстрее освоить новые правила сертификации происхождения товаров, а в дальнейшем увеличить их экспортные поставки в страны Европейского Союза.